Всем привет, подписчики, привет. Хочу сделать обзор на банкноты из своей коллекции. Здесь банкноты в разном состоянии, из оборота, и в хорошем, и в среднем. Давайте посмотрим. Вот $1 старого образца, $2, это Соединенные Штаты, $5, $5, единичка, пятерка новая. Здесь разложено по годам. Вот $10. Вот $10 я делал обзор на нее. Это новое $10. Это пошла Турция. Это я когда был в Турции, взял с собой. Кстати, у них подписи разные на банкнотах. Вот 20 лир, 20, 50. Я сейчас достану. Поближе. Вот. Подпись одна, подпись вторая. Вот вторая банкнота. 100 лир. Подписи разные. Это уже Польша, 10 злотых, 20 злотых, 50, 100. Повторюсь, все банкноты из оборота, состояние у всех разное. Это уже идет Фарерские острова, 50 крон, 100 крон, разные года. Это новая модификация. Это Дания. Это Исландия. Это я когда был в Исландии, город Хафнафердюр. Также был я в городе Рейкьявик. Это у нас Южная Корея. 1000 вон. Это у нас Китай, юани.
вот, $20 я снимал обзор, новое приобретение. Это 1000 рублей. Здесь почему две штуки? Потому что звезды расположения по-разному, лево-право. Вот, 1000 рублей, 5000. Это 95-й год. 10 тысяч. 10 тысяч. Тысяч, тысяча, ну, это современные уже наши, наша ходячка, это Литва, Украина, это молодая Россия, 93-й год. Белоруссия. Это ходячка. Рублей, 1000 рублей, 200. Это Советский Союз, банкноты образца 1961 года. Вот 10 рублей, неправильный обрез. Смещение. Это 91-й год. Десятки. Это стартовая серия. Две буквы АА. 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 91-й год. Ну и вот такие десяточки Советского Союза. Номерами 41 3040, ну оставил 72 и все нули, ну и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго.